Ребят, давайте с вами разберемся в ситуации. Вот есть остановка, и там стоит человек, которого вам нужно подхватить и поехать дальше. Разрешено ли нам это или нет? Давайте разбираться. Остановка – это преднамеренное прекращение движения до 5 минут. И даже больше, если это связано с посадкой, высадкой пассажиров, там, погрузкой, выгрузкой и так далее. Так вот, в пункте 12.4 четко прописано, что остановка запрещена на автобусной остановке, кроме случаев, когда мы совершаем посадку, высадку пассажиров при условии, что не создаем помеху транспортным средствам. Вот и все. Сейчас я вам покажу все. Итак, мне нужно забрать Настю от остановки. В чем я должен убедиться? Что не создаю при этом помех автобусам, троллейбусам, то бишь общественному транспорту. Спокойно останавливаюсь, сажаю эту красотку, все, и гоним дальше.